Так, короче. Ну, всем привет, с вами Манти. И, короче, какая-то фигня произошла. Я, в общем, записал видео, а оно почему-то удалилось, вот. Вот, то есть я записал видео. А где оно? Да. Такая ерунда тут, короче. В общем, я прошел бассейн, дневной уровень. Теперь. Так, рестарт. Так, тут нам про проказников грибочков говорят. Вот, и у нас появляется вот такой вот алкаш, я не знаю. Слишком он какой-то уж сумасшедший. Так, возьмем кувшинку. Вернее, не кувшинку, а слот бонусный. В общем, казалось бы так. Ой, я почему-то вот эти не использовал. В общем, казалось бы, вот так вот все. Казалось бы, вот так вот все. Здесь у нас появился новый зомби. Вот такой вот. Jack in the Box зомби. Зомби с Джеком в коробке. Но когда я нажму play, ой, еще одни, ну блин, хватит уже. В общем, тут все очень хардово и конечно, тут все очень сложно, и я. Давайте сюда поставим. Неважно, куда поставим. Блин, похоже, я не угадал. Ну, где ты идешь-то? Блин. Иди ты нафиг. Да, у нас открылся новый цветочек такой. Сишрум или как-то так. По-моему, сишрум. Да ёлы-палы, как же вы бесите меня? Вот так сейчас тебе. Понял? Вот так сейчас тебе. Понял? Ой, кажется, там уже. Вот он, этот алкаш идет. Давай. Зомбака, кажись, взорвал. В общем, в чем прикол этого зомби? В общем, он заводит свою шарманку. Вот. И потом через какое-то время она взрывается. И, собственно, В общем, из этой коробочки вылетает Джек. И, собственно, зомби пугается. И, в общем, взрывается. И растения тоже. Наши взрываются, так что
Будьте предельно осторожными с этими зомбарами. Вот, будьте осторожны. Даже так. Блин. Этого я взял. Вот. А вот такое вот растение мне уже нравится. Это Плейнтерн. В общем, он освещает туман. И здесь, как мы уже замечаем, будет блист. Вот, так что можно взять вот такие вот растения. Ну, вот такие вот также можно взять. И... Блин, как все запутано. Так, фонарь нам понадобится обязательно. И шурум обязательно. Так, этот обязательно. Вот орешек еще можно. Очень сложно. Да, конечно, очень сложно. Его нам надо полюбасу защищать. Но где будет... А, блин, как же тут все сложно. Ой, капец. Ладно, вот так вот пускай. Ну, туманчик тут, конечно. Потом. Музыка тоже очень красивая. Да, тут очень красивая музыка. Так, все. Музыка музыкой, а все-таки оборону-то строить надо. А давайте уже... А, нет, я угадал. Давай, давай, быстрее перезаряжайте мой грибочек. Халявный. Где он? Поверху пошел. Да, очень красивая музыка. Вот, если хочешь, можешь потанцовывать. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой тут пацан вообще? Ой, какой тут пацан пошел. Ой, какой тут пацан пошел. Ой, прям страшно. Прям не знаю, что с ним делать. Ну, в принципе, победить его можно, да, победить его можно. Вот. Но очень уж медленно перезаряжается этот.
Фонарь у нас. Мистер Фонарь. Вот поэтому вот я орешек и хотел взять. Вот лишь поэтому. Оу, как тут весело. Ну, а ну-ка. Поверху тут вроде не идет. А может и идет, кто знает. Только не вздумай есть фонарь. Если ты его съешь... то я не знаю. Вот так вот везде все. Мы везде осветили. Можно вот так вот даже защитить. Все. Вот, ну что, можно уже, в принципе, поставить вот этот вот. А может, вот этот, я не знаю. Ой. Да, давайте поставим пока ледяной. Пускай здесь у нас чуть-чуть постреляют наши дружочки. Грибочки. Дружочки-грибочки. О, какой тут пошел. Давай-ка мы тебя вот так вот тремя застреляем. И вот сюда еще дополнительную защиту поставим. Нет, не ешь, шабал. Не ешь. Ух. Успел. Да, блин, вот как же ты мне не нравишься. На него нужно что-то. Сишрум. Что это, блин, было сейчас? Да, что-то невероятное происходит в этом мире. Так. О, алкаш пошел. Вот что он делает. Вы сейчас увидели, как так. Так, тебя мы вот таким образом. Вот. Сейчас опять, наверное, пойдет. Да, блин. Давай-ка еще заморозим вас. Так вот. О, кактус. Кактус, это классно. Ну, давайте под конец серии. Под какой еще конец серии? Только 14 минут. Так, 2900. Ну что, посмотрим. Ху-ху-ху. Тут есть, короче, ачивочка. Убить столько зомбей. Короче, что вот в этом ведре будет целых до космоса будет доходить. Вот. В конце игры мы посмотрим. Так, ну что, давайте зайдем в зомби. Всем привет!
До свидания, блин. Музыка тут тоже очень такая хорошая. Так. Давай, 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 давай. Быстрее, 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 быстрее. Быстрее, быстрее. Съешь этого гороха. Молодец. Все, и теперь этот зомби нам добудет немножко солнышек на других зомбарей. Ну, сюда я собираю. Ну, сюда можно поставить. В принципе. Вот успеет он? Не, наверное. Успел. Смотрите. Так, ну сюда это по-любому так. Так, это все мы собираем. Блин, ну и солнышко. Вау! Сколько здесь всего. О, золотая монетка. Это прям хорошо. Слушайте. Так, надеюсь, ты сейчас не потеряешь свое ведро, нет. А вот у этого прям сильно так помялось это ведро. Так, сюда. Сосиски не съели, Значит, здесь я планирую поставить много таких чуваков. Но я, правда, не знаю, зачем, но зачем-то. Вот, ну что? Под конец мы, конечно же, делаем дофига всего. Спрятай, да? Вот такую армию зомбей. И вот тут капрал. Вот типа зомбаки собрали этот зомбик. Монет. Ну что? Вазбрейкер. Потом. Нас еще проходить и проходить. У нас еще время. Время много. Вот. Вот у нас появился такой вот летающий зомби. Балун-зомби. Балун-зомби. Летает на шарике. Ножку потюшу. Так, а как-то? Шоп. У нас этот слот. Блин, это 20-ку стоит. Фига себе дорого. Целую 20-ку. Ну, 10-ку я, естественно, вот. Вот на вот это я не буду тратить. Ладно. Берем вот так.
Так, ну гриб судьбы нам тут понадобится по-любому. Так, футболиста тут нету, так что... Слушайте, а нам надо кого-нибудь замораживать? Ну, в крайнем случае. Да, нажимаем yes. Вот, и заморозку. Да, перезарядка у него, конечно, жуткая. Хотя... Да, возьмем грабли. На всякий случай. Так, чё, музычка? Уехала. Включим пока музычку. Так. Слава богу, что тут одна волна. А, блин. Блин, как же тут все сложно. Ладно, если что, я приготовил вот этого. Куда я их там поставил? Сюда? Я прям не знаю. Но в таких случаях звуки нам надо включить. Ах ты, какой! Он чуд негодяя. Вот негодяя. Да только глянь на них. Тут-то наглые они, конечно. Глазки у них оливки. Очень красивые. Где там я стреляю? Где я там вообще стреляю? Я вообще не знаю. Так, Сишрум. Его тоже надо сажать. Посадить. Сишрум тоже. Защита на воде. Это с конюхом идет, кажись. Надеюсь, он где-то здесь. Да! Да ёшкин кот, ну что тебе да... У меня нету столько денег. Тем более, не так быстро я их коплю. Ах, господи. Как же ты меня достал. Вот, так что... Всегда готовьте солнышки на кактус. Блин, чё так сложно, блин, я не понимаю. Большая волна. Как же это круто. Вот очень вовремя, конечно. Ты мне дал, конечно, солнце. Очень вовремя.
Нет, ну я не понимаю, это капец просто какой-то. Идите нафиг, блин. Клевер. Наши повара с... Ну, ё-моё, ну тебя тут ещё не хватает. Ну, это капец просто. Четыре-четыре всего-то. Блин, ну это капец просто. Ладно, на этом уже все. Да, конечно, серия маленькая получилась, но мне нужно прийти в себя, а то я что-то... Ну просто... Мозги вынесли меня эти... Вот просто... Вот заставили меня просто... Ладно, на этом все. Всем пока.